Давай, еще и три картишки ебаные на full store, чтоб точно уже. А что такое слава? А, это выполнить еще. Кстати, Дима, ты не посмотрел в клике миссии-то? Или это что надо сделать там? А, не смотрел еще. Собрать реликвии, отбирай их у армии Нургла. Что это? Ну, мы же уже вроде собирали их. Ну вот надо 48-195. Ну, я не буду в залупу есть. А, точно. А следующая миссия там еще не открыта? Не показано, что там дальше? А, нет, еще не... Вот когда мы пройдем эту плюшку, там следующую можно будет пройти. Ну, это они по очереди открываются. А за что эту хуйню дают, я не понял. Какую? Ну вот эту вот, Нургла, блядь, собрать в клике. А Нурглитов, когда хуяришь, они из них выпадают. Написано, реликвия Нургла. Я ну что, начинаю? Да, давай. Дима, ты готов? Ща. Вы начинаете только с одной жизни, но убийство элитных голодных врагов добавляет. Это нормас, это нормас. Ну вот, кстати, вот это с одной жизни на начало нормас. Да подождите, подождите, тихо. Принимай, Дима. Ща, я хоть одежду, блядь, накину. Ты скипнул миссию, Дима. Да, еще запускай. Я просто, я, блин, стою без брони, без всего, и ты говоришь, принимай, я же ее не смогу надеть. Так это Intel. Так все равно в миссии нельзя надеть ничего. Понятно. Можно надеть, все кроме инокулятора, по-моему. Броню у меня не получалось менять вроде. Хотя не знаю. Я все время меняю броню. Все кроме инокулятора, я, блин, все время переодеваюсь. Да? Ладно, значит я тупой. Ну ничего, она сохранилась в этом. Ну да, мы же ее не отменили. Ну все, я готов. Да. Короче, авангард Черного Легиона против нас будет. А нейтрализация орудий. Надо будет захватывать ключевые точки и орудие нейтрализовать. Там будет босс охранять. Вот что не хватает тут миссии этих самых Tower Defense. Вот эти мне нравятся. В таких вот играх стоишь такой-то самый, толпы эти сдерживаешь. Охуеваешь. Ну зато прикольно. Я не стал плюс 2 левела делать. Боялся. А ты карт не ставил вообще? Не, я поставил, но без плюс левелов. Ага. Ебать, нам пизды дадут. Да, блять, круто нахуй так. Лута от этого меньше не будет. Ну хоть не снег. Insertion complete. Там. Разъебали пинтерфов. Куда полетел, сука? Такой мужик, да ну нахуй, блядь. Опа, личный пустотный щит. Чертеж выпал. Желтенькой. Бля, еще ни одного красного чертежа, кстати, не падало. Ага. Не, и желтый. Гладка такая есть. У мужика там щита было немножко вообще там на писечке. Пизда. Чувак только отступает, на самом пизде получает. Так, а там надо было босса убить, пацаны, пошли назад. Да там не босс, там орудие. Ну, ладно, да. Сейчас подзачистим. А он все равно подзачистил. Поехали. Нам все равно потом так же идти.
Да, я там зацепил пак, чуваки, назад разворачиваются. Веди их к нам. Ну там, блядь, улитный. Там придет жизнь. Паем. Поворотом. Я не знаю, правда, может он оторвался. А где? По-моему, не бежит уже. Вроде оторвался. Телепорт бикон in range. Бикон. Бикон, говорит. Я захватываю пукалку. А я юзу хлеба. Понятно, этот назад скидывает. Дед свин набрал уже. Ага, сюда. А, ну как это понял? Просто... Нету больше топ-сайкера. Сайкер, хуяйкер. Направо, налево, куда сначала? Направо. Ну, он там ближе, босс. Ладно, давайте налево. Пиздец, взрывы, блядь, такие. Ааа, меня преследует босс. Охуенный стрелок, блядь, стреляет. Вид, ты хули ко мне привел? Пацанов потусоваться. Значит, сдох. Да я понимаю, что там мои стоят, но... Ну а что? Я ничего не мог поделать. Пробегаешь, блядь, мимо, за тобой как уёбищи какие-то, блядь, страшные приходят. Всё, правильно сделал. Забери своих друзей себе. Это мои петы ходят. Только они не петы, и далеко не мои. Такие странные у тебя петы, которые тебя пытаются сожрать при этом. Да-да-да. Они не это самые дикие еще не приручены, понимаешь, типа. Тысячи диких обезьян. Типа, да, одомашнить. Ну, слушай, не так оно это и жестко. Блин, на 4 жизни награды. Тебе что, легко? Может, ты стоило плюс голову. Да, ну, можно было и картишку еще накинуть. Давайте, хакаю пукалку. За телепорт. Kill confirmed. Target offline. Последний остался. У меня, по-моему, даже ни одного робота не погибло, блин, за эту миссию. Да, хотя этот перк уже взял. Отсосал, там... Самое страшное тут кератиды, вот. Нет, еще, блядь, страшнее них. Я думал, самое страшное это минус 200 урона. А ты представляешь тиранида с минус 200 урона? А помнишь, как они нас выебали и без этой хуйни? О, сундучело стоит. Пойду открою. Да я при этом где-то спины слышу, хун. Пиздык. Такие кухие удары. Ничего никто ломать не хочет. Я телепорт юзаю. Понятно. Нет, ничего хорошего. Я надеюсь, что хоть один телепорт в какую-нибудь скрытую локацию приведет. Однако, хуй. О, я даже такого этого не... А, нет, уже известно. Кому нужен чертеж личного пустотного? Красненького. Красного? Ой, не красного, а оранжевого. О, ну, желтый, короче. Не давай. Мне желтого нету. Хотя, подожди, это, я не знаю. Это чертеж. Я понял. Я надо посмотреть, может у меня есть, кстати. Может нет. Не уверен. Смотри. Просто иначе его продал. Мне уже он ответил. Глазной новый дали. И броньку еще дали. Ах. Желтый. О, сигнум новый. А, желтый. Личный пустотный щит, да, ой, желтый? Да. Сейчас, подожди. Не, а еще хочу. Ты вроде сигнумы хотел, да? Оранжевые. Ну, в смысле, ну, да. Древние. Да. А, блядь, реликты. У тебя точно нет? Нет. Не наебываешь? Нет чертежа. Чертежа нету. Да не чертеж. Сигнум этот.
именно вставить который в оружие. В смысле? Ну, в прямом, который в оружие ставится. Ну, блядь, сваты рядом с оружием. Ща, отправлю тебе чертеж. Так, чертеж на. Мы забираем. Так, получить предмет. У меня что, нет у меня такого? О, у меня нету, кстати. Заебись. Какой это сигнум? Что то там? Что надо? Сейчас покажу. Я в чат скину. Блять, чат, сука, съебись. Да он как-то тупо на интер открывается, потом не закрывается. Вот. Ща пахать. Ну че, а тут дальше? Ща погодите. Дайте посмотрю, что там Дима сигнул. Подавление урона. За токен берсерка. Не, такой не такой не нужен. Или что ты хотел сказать? Что, чтоб тебе это отдали? Нет, я... Ну, ты просто говорил, что у тебя ни одного такого нет. Все фиолетовые. Не, у меня уже есть, у меня уже есть. Это в прошлой катке не было, да. А такая... Тогда я его разбираю к хуям. А вот, вот просто... у меня чертеж есть. Автопистолет, давайте, да, скину. Фиолетовый. Кинь. Я может попробую скрафтить его сейчас. Так. Написать письмо. Мне вот интересно, получится, не получится его. По идее, не должно. Ну, мало ли. Так. На, держи. Посмотри. Че у тебя будет? Даже интересно. Так. Бонус урона. Таких у меня, естественно, нету. То есть я... А, требует специализация крестоносец, ассасин или псайкер. А, ну вот видишь, то есть... То есть я юзать его не смогу, но... Точнее как, я его могу скрафтить. А использовать не могу. Все равно. Жаль. Суки. А глазной имплант такой никому не нужен? Сейчас я скину. Он просто как бы и вроде хороший, но... Блять, а как его скинуть, сука? Все враги сильно бронированы сейчас будет миссия. Сейчас надо бронебойные оставить, чуваки, все. Так, так, Йентер. А меня роботы справятся. Кстати, ничего, блядь, божественно. А, подожди, на следующие 5 задач. А, нет, начинаем. Сейчас, подождите. Вот такой глазной имплант не нужен никому. Я не буду уходить смотреть. Потом. Бонус следующей атаки при полученном ударе. Бонус урона, пока подавление защищен. Горячие атаки наносит замедление 9% шанс. Бонус урона для прицельных и снайперских навыков. Ничего. Но он, конечно, пизже моего, но хуй знает. Давай, вроде как бы хорош, но вроде... Да, он пизже моего, потому что у меня вот такой. Да, ну хуйня какая-то, на самом деле. Одна полезная только обед, на 11 урона и все. У меня вот,